Великомученик Иоанн Сачавский считается покровителем торговли и предпринимателей, но помолиться святому можно не только для успешного ведения бизнеса, но и в делах учебы. Студентам он помогает успешно сдавать сессию. В XIV веке, значит, он греческий купец, он плыл на пароходе из Трапезунда через Черное море, плыл в этот город Акерман, а там турки были в это время. Они его призвали и говорят: ты хочешь в нашу веру быть? Он говорит: нет, не хочу. И стали его мучить, пытать. В общем, почему он великомученик? Великомученик, потому что он испытал очень большие страдания. И на месте гибели забил источник. В храме я заметил такую вещь необыкновенную. И вот каждое молебне здесь, в Богоявленском соборе, ему заказывают, молятся ему. Почему? Здесь же была базарная площадь до революции. И прямо как бы она примыкала сюда. Естественно, что сюда ходили люди торговые. Они, собственно, и сейчас ходят, потому что тут рядом рынок. Это заказали мне икону, чисто случайно. Я так как люблю голубой цвет, я не могла от нее отказаться. Это Богородица, цвет неба. Я эту икону создавала, ну, где-то месяца два. Ну, конечно, люди приходят, молятся. Вот этих святых, да, они как бы, как посредники, да. Мы не им молимся, а мы молимся им, чтобы они Бога попросили, чтобы, так сказать, он снизошел и нам помог там в делах наших.